надо выйти. Как так-то занесли? Еще утром взяли и показали. Сот из них. Телефон включался, заявил. Ты, говорит, своего друга спрашиваешь, там ремонт стал 1000 рублей. Анвар разбил. Это Анвар, ебта. Да. Вот только при нем. Отъедь подальше, брат. Малыш, нормально? О, блядь! Сейчас, что ли, только? Только что! Предприятие работает 55 лет и за это время выпустило 550 тысяч стерилизационных установок. Завод особо упоминает, что к сотрудничеству привлечены партнеры, использующие современное и высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает высокое качество и надежность поставляемой продукции. Это цитата с сайта завода. Однако у правоохранительных органов собственное мнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Я так и знала, что они сейчас врежутся. Я так и знала. Господи.